Дорогие друзья, доброе утро. Нахожусь в Самгоре. И вот вспомнил, что наши зрители просили снять именно этот район. Вот нахожусь я сейчас напротив вот бывшего этого парка, лунопарка развлечений. И еду вглубь территории. Здесь рядом, кажется, поликлиника была или же есть. Кстати, эту поликлинику очень хвалят. Да, вот сейчас она называется Самгори Медиклиник. Многие сюда, даже не живущие в этом районе, специально записываются и приходит на такое плановое обследование. Как интересно, вот по утрам прохладно, но 19 градусов теперь по меркам северных широт, конечно же, это почти летняя температура, но по нашим меркам прохладно. Но, тем не менее, днем опять обещают выше 30 градусов, ну, не знаю, насколько поднимется. Они говорят, что температура воздуха там поднимется до 32 градусов. Ну, не поднимается факт то, что температура. Но она где-то там останавливается на 25, на 26. Ну, тоже нормально, в принципе. Неплохо, хочу я вам сказать. Для конца сентября очень даже неплохо. Вот здесь, да, был 8-й полк. Вот я вот эти районы не очень хорошо знаю, честно говоря. Не очень, это не мои были. Вот школа Иверия здесь. А, вот это вот самая вот канатная дорога, которая вот так вот застыла во времени и в пространстве. Вот очень интересно вот на нее посмотреть сблизи, что она из себя представляет. Вот так вот, динамики. Я знаю, что там даже вот эти вагончики висят по сей день. Вот сейчас мы посмотрим. Вот видите, вот она поднималась в Азисубане, да, кажется, это канатная дорога. И вот так вот этот вагон и остался навеки вечно висеть. Правда, мэр Тбилиси Кахакаладзе обещал отремонтировать эту канатную дорогу. Наверное, этот проект когда-нибудь... Вот, смотрите. Вот она самая. Це самая. Вот так вот она вот висит, эта канатная дорога. И когда здесь ветер, вот так вот она шуршит. Конечно же, зрелище такое. Дикое. Потерянная во времени канатная дорога. Вот это я вам хотел показать. Ну, в принципе, вот это вот уже вот такие вот внутренние улочки. У каждой свое название, естественно. Вот, сейчас я отсюда выйду, потому что здесь, если запутаться, то уже все, пиши, пропало. Это вот называется Йосеп да Леон Орбельяне Бискуча. Вот так вот она и называется, эта улица. Ну, здесь нигде, естественно, не поставишь машину, потому что помешаешь здесь уже местным жителям, которые здесь живут. Вот это я вам хотел показать, потому что просили телезрители именно приехать вот в этот райончик. Сейчас я еще подсниму канатную дорогу и отдельно файлом вам ее покажу. Дорогие друзья, спасибо за внимание.